И сейчас мы хотим принести извинения нашим ингушским зрителям. Мы приносим извинения за слова и действия, которые обидели великий ингушский народ. В принципе, достаточно было первого раза, и даже первый, то, что выложили на своем сайте, что, ребята, извините, это была такая, ну, ошибка сценическая. Достаточно, более чем достаточно. Почему? Потому что это не специально сделанная тема, и может здесь вокруг да около ходить еще годами, но этого достаточно. Ну, приехал Левин, как вы сказали, сам лично, в том числе, то, что вчера уже вышло в центр, ну, я считаю, что это, ну, уже лишнее. Почему? Потому что, ну, мы, во-первых, нет у нас такой задачи публично там извиняться, заставлять, тем более самим выставлять это в соцсети там, и пытаться кому-то доказать, вот тут мы такие крутые, всех заставили извиниться. Ну, нам не нужно, зачем?